Бег на 100 метров, подтягивание, прыжки в длину и многое другое. Всего 9 дисциплин и невероятное желание получить золотой значок. В этот день на Махачкалинском стадионе к труду и обороне были готовы все. Фестиваль нормативов ГТО собрал мальчиков и девочек. Это тысячи активных молодых людей из разных уголков региона. Сдал нормы ГТО и наш корреспондент Шамиль Махмудов. Готов к труду и обороне. Свои лозунги еще в советские годы. Однако сейчас нормы ГТО сдают по всей России. Одна из дисциплин – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Для успешной сдачи и умения необходимо отжаться 42 раза. В самой республике движение ГТО еще совсем молодое. Официально нормативы сдают всего в 4-й год подряд. Однако организаторы обещают проводить комплекс регулярно, превратив его в добрую традицию. Мы уже открыли уже в городах и районах свои центры. И они уже проводят достаточно хорошо первоэтапные мероприятия. И сюда они едут уже подтвердить на золотой значок. Бег на 100 метров, подтягивание, прыжки в длину и многое другое. Всего 9 дисциплин. В каждой свой проходной результат и балл. За правильным выполнением тех или иных упражнений следят строгие судьи. Заступил за линию перед прыжком, не свел ноги при подтягивании или не выпрямил руки до конца, отжимаясь от пола. Подход не засчитан. Сегодня у нас бег на короткую дистанцию, бег на длинную дистанцию, прыжок в длину с места, наклон и подтягивание. Вот. Первые 4-5 видов сегодня и завтра еще вторая половина будет. У всех спортсменов свой порядковый номер, так проще не запутаться в именах и записывать результаты нормативов. Также мальчики сдают отдельно от девочек. Разные у них не только нормы сдачи, но и некоторые дисциплины, хоть и амбиции у всех одинаковые. Нас зовут, так и все, да, которые сюда пришли. Ну, посмотрим, да, это проверка для себя в первую очередь, потому что будет еще возможность пересдать. Просто проверить для себя хочу, на что я способен. Прошла дисциплину бег 100 метров, сейчас буду проходить поднимание туловища. Я пришла сюда впервые, и пока бег 100 метров я пробежала за 15,8 и пока иду на золото. На зимних этапах ГТО все спортсмены смогут проверить себя, побить предыдущие рекорды или побороться за республиканские награды. Однако уже летом любой желающий сможет пройти отбор в федеральный этап, где будут проверять свои силы наравне со всей страной. Шамиль Махмудов, Руслан Салихов, Рамазан Омаров. Время новостей.